Прикольно. То есть, получается, все мои настройки звука остались до сих пор, что ли? Забавно. Ну ладно. Если так, то хорошо. Всем привет, друзья. Всем снова привет, друзья. С вами Ромашка Стелс. И это финальный стримчик по Warcraft 2 Battle.net и DTON. BNE версия 2.0.2. Честно признаться, давно в него не играл. По-моему, последний раз зимой это дело было. Вот, а сейчас уже как-никак середина весны. Середина весны, как-никак. Вот, и что-то он мертвым грузом у меня как-то лег в голове. То, что типа, вот, осталась миссия, да, и она вот и не туда, и не сюда. Вроде мы, я ее хотел пройти, обещал. Точнее, не то, что пройти, я ее не обещал пройти, извините. Но я обещал, что я в нее поиграю. В общем, let's go. Попробуем, посмотрим. Да, это она. О, жопа. Ну ладно, надеюсь, меня слышно хорошо. Игру слышно хорошо. Надеюсь, всех слышно хорошо. Так, подожди, что происходит? Что происходит? А, строит чувак, да? Строит ферму, да? Точно, точно. Я прям помню. У меня аж флешбэкнуло сейчас. Я прям помню, как я на этом остановился. И за окном лежал снег еще. Я прям смотрел в окно, и за окном был снег. И в игре был снег. Круто. Да? Нет? Окей. А, так, по поводу звука. По поводу звука. Опции. Настройки. Подожди. Вот звук. Ну да, вот он у меня, в общем-то, и выставлен. Как я себе его и ставил, по сути. То есть меня должно быть слышно хорошо. Так, нам нужна ферма. Что нам еще надо? Что нам еще надо? Что у нас есть, что у нас нет? У нас есть охренительные корабли. А у нас дерево есть, дерево есть. А мы не сможем построить, у нас фермы нету. Ну, один смогу построить, кстати, да? По факту. Так. Давай-ка деревце нам сделай. А нет, стой, не делай, не делай ничего. Лучше еще одну ферму построй. Человеческий ресурс. Человеческий ресурс — очень важная штука. Так, кстати, надо включить чат на телефоне на гребаном. Мне, наверное, будет хреново слышно, как обычно на Варкрафте. Это всегда бывает. Всегда это бывает, когда я вообще стримлю через Овермедию, когда стримлю через карту захвата, а не через ОБС. Так что нахрен, все понятно. Ну, хоть послушаю себя, что я там бормочу. Work complete. Да не знаю, нормально звучит. Я думал, кстати, хреновей будет слышно, а меня, кстати, ну, нормально слышно. По крайней мере, я в телефоне себя слышу замечательно. Вот, ну, если что, чатик готов. Так сказать, чатик есть, все есть. И, в общем-то, живем. Единственное, только я не смогу смотреть свой стрим, не смогу смотреть, насколько он у меня там замечательный, насколько он мне хорошо проходит, потому что у меня в последнее время телефон категорически отказывается сотрудничать и транслировать мне мою собственную трансляцию. То есть я свою трансляцию могу смотреть через комп, через четвертую Соньку, через что угодно, а вот через телефон не показывает. Все время он ее подгружает. Хотя на самом деле трансляция идет хорошо, но он ее подгружает. Сука. Но хотя бы чисто из-за чата можно оставить. Если что, в чат, я думаю, люди напишут, скажут мне, типа, вот, у тебя там, блядь, не работает ничего. Я такой, ёпте, побегу и все исправлять. Наверное. Ой, слушайте, так хочется чаю с сахаром. Не представляете себе, друзья. Как можно один отдельный чат включить без всякого дерьма? Можно ли вообще? Видимо, нет.
Ну ладно. Будем читать чат по старинке. Окей. Возвращаемся к игре. Еще одного батрака на лес. Сколько стоит построить? 450. Ahoy! You're the captain! You're the captain! Вообще, конечно, я зря-то поплыл, но там не может быть вражеских кораблей. Yes, по факту. Поэтому... Какая-то мышка резкая прям, пиздец. Это чуть попроще, да, помедленнее. Как хорошо, когда вот есть хорошая мышка, на которую можно переключать скорость ее движения, прямо на самой мышке, чтобы как бы мозги не парить. Yes, captain, ahoy! Ahoy! I would love to! Три режима. Средний, быстрый и медленный. Ну, средний поставлю. Наверное, неплохо. Хера лысого. Нет тут никакой нефти. Это плохо. А где же тогда? Мне нужно что-нибудь у берега, что-нибудь, не чтоб далеко не плавать. You're the captain. Ahoy! Ой, беда. To... Так, в таком случае ты тогда стой здесь. Я думаю, что нам нужно сразу море осваивать. Естественно, берем с собой вот этого чувака. Зачем он нам нужен? А затем, дорогие друзья, что он видит вражеские подлодки. Без него мы слепы. Это наш радар, можно сказать. А вражеские подлодки атаковать невозможно. Ну, без этой штуки. То есть, если вот этой штуки не будет, то все, пиздец. Поэтому, получается, надо ставить далеко от дома. И рядом как раз с островом врагов, по идее. Хотя нет, остров там подальше. Все, еще все нормально. Так, развитие. Что у нас по развитию-то? Развитие. Yes, master. Так, ну-ка сюда встаньте парочку, чтобы там не мешаться. Yes, master. All right. Okay. Если что, встань сюда. Yes? А ты, если что, вот okay. сюда. Okay. И вот ты тоже. What? Yes, master. Казарма есть? Есть. Все хорошо. Я, честно говоря, даже не жду. Не жду никого на стрим. Не жду, потому что вряд ли кто-то придет смотреть Warcraft 2. Это вообще, я говорю, это unfinished business. То есть это мы сейчас делаем даже не то, чтобы там... Мы просто доделываем работу. Это так, наверное, можно назвать. Можно назвать работой. О, я говорил? Вот это все началось. А чё ты не начал строительство-то? You're the captain. Yes, captain. I would love to. Не надо. Оставьте. Оставь надежду. I would love to. Проебывать неохота, на самом деле. I would love to. Ты запаришь. И чего ты будешь тут летать? Разведывать. Ай, ладно, вышку-то наш херакнут, скорее всего. Это будет плохо. Нам нужно повырубать нахрен тут весь лес. Его, кстати, тут очень мало. И нам нужно улучшать свой флот. Батрак нужен. Батрак-строитель. Потому что тут все делается флотом. Мне кажется, в этой миссии. Кстати, ну-ка, сходи посмотри, что там у нас есть. Какие-то ресурсы вообще. На этой части. Так, лес есть, хорошо. Хорошо. Вот эти приблуды нужны. Конечно, взял нефтепереработку. Это зря, потому что по сути-то
нужно что-то, что, что прокачает корабли. Так, я нашел лес. Вообще, зачем я жердеем хожу, если у нас есть летающий корабль? Yes, master. Yes, master. Ладно. Привет, Вейдер, еще раз. Да, ты успел на стрим, ничего важного не пропустил. Только-только начал, можно сказать. Короче, понятно, здесь место чисто с лесом. Тут леса этого ёбнешься сколько. Мало того, тут еще и золото есть. А сколько тут? 550, что вообще мало. А здесь? Здесь 560. Нет, здесь 55. Значит, и там было 55, а не 550. Как дела, Вейдер? Продолжай рассказывать историю твою. Историю продолжай рассказывать. Да, здесь 55. Плохо. Очень-очень плохо. Ведь сейчас все повырубают, повыносят. Так, ты все сделал, да? Ты все сделал, молодец. Что еще тебе надо сделать? Давай еще. А нет, я все правильно, я литейный цех сделал. Вот этот ублюдок. 1500. Ну это, конечно, он дорогой, но он... Он ебашит просто. Да, всех. А если мы еще прокачаем пушки, мы просто на одних этих джиггернаутах просто положим все, что только движется и имеет смысл в этой жизни. Ладно, хер с тобой. Да и сделаем, не знаешь кого? Никого. Лесопилку надо делать. А есть лесопилка? У нас же все есть. Все можно прокачивать. Но я думаю, да? Все правильно, да. Хер с тобой. Давай здесь на будущее. Вот здесь прям в середине. Строй лесопилку. Я думаю о будущем. О лесах, заготовках. Армии у нас, конечно, никакой пока что. Я думаю, нам надо заботиться о флоте. Вот флот, мне кажется, самое важное сейчас для нас. Поэтому прокачиваем. Огневую мощь, нахрен. Броню. Корабли строим и так далее. Танчик, снова привет. Танчик, как дела у тебя? Расскажи мне. Мне почему-то кажется, что ты ходишь, бродишь по кухне и скучаешь. Вот мне вот такое прям видение сейчас пришло. Что ты мне на это скажешь? Так, что у нас есть еще? У нас есть еще. И сразу начинай вырубать, сразу начинай, да, нихер. Филонить. Еще одного батрака. Но я тебе говорю, Танчик пишет, да, ты прав. Вот потому что я экстрасенс, я все знаю. Экстрасенсорика, Танчик, ты что, конечно. Я вот думаю, начинать воинов делать или еще рано, или пока ресурсы на развитие. Ух, нихера, пушки. 2000 золота. Да на ну нахер. Улучшаем, конечно. А, нет, у нас 3000 нету. Масел нету. Блин, чувак будет долго очень, короче, вот это все делать. Ладно, сейчас он достроит, посмотрим, что. Что мы можем построить из нефтеперерабатывающего, чтобы у нас был плюс хороший к нефти. Стоп, ты построил? Так, нахрен. 200 нефти.
Давай. А вот эти еще херы откуда-то как-то плавали, да? Как они вот мимо нас всех прошли таким образом? Там же как-то высадился их гребаный флот. Ну, в смысле, с пехотой. С эльфами. Опа нахер! Нет, без катапульта. Вдвоем. Охуеть можно. Ёб твою налево. Ну-ка иди, помоги, помоги, помоги. Помоги тоже чуть-чуть. Поехали в хуя. Добьют, добьют. Нас, сука. Раб жив? Молодец. Так, нахрен, я понял. Все серьезно, да? Они подходят к делу. Нам нужна армия. В таком случае, где наши уроды? Страшное логово троллей. А нету. Его-то нету нахрен еще. Это надо какие-то улучшения, по-моему. А, надо вот это улучшать. Ёб твою мать, 2000. А мы можем. Гоу. Этот чувак бедный. Нормально так прилетело ему. Прям не возрадовался. Ничего, парни прикрыли. Катапульт тоже молодец. Здесь у нас тоже нихера не защищено. Все плохо. Отсюда, по идее, уже никто не придет. Кто отсюда придет? Никто отсюда не придет. Это уже, это смешно. Вурби вот это вот, мне прям не нравится, то, что вот это находится здесь. Но они могут в наглую прям на базу сюда приплыть, по идее, да? Хотя как они сюда приплывут, если у нас здесь стоят ребята? Мы сразу узнаем, что они плывут там, правильно? Правильно. Тогда-да, тогда идем защищать вот эти фланги. С других сторон они к нам ну никак не подступят. Только так. А здесь, да, здесь могут. И катапульт то, что... Все! Все туда стягиваем. Так. Дервом у нас плотно занимаются. Стой, подожди, чувак. Ты ведь теперь можешь что-то новенькое строить. Да, вот оно, логово огров. О чем? Косарь 300? Да, конечно, конечно, делаем. О чем речь? Только, блин, ставить его уже негде. Хотя, не, ребята понарубали пеньков. Потому что нам эти жердяи очень пригодятся. Это прям очень серьезно. Вот. Я всегда ставлю ставку на жердяев и на троллей. Поэтому надо их прокачивать, да. Хоб-гоблины и все вот эти уроды, и все это наше все. Обычная пехота, она тоже решает. Но она решает количеством. Прям вот ты хера их набираешь, они прям все выносят. Это да, это не спорю. 3000, да как мы им 3000-то наберем? С нашими ресурсами нефтяными, ну никак. Нам бы тогда по-хорошему еще кораблей... Тогда мы можем более-менее разведывать воды. И мы, наверное, сможем отжать себе вот этот кусок воды. Потому что я знаю, что здесь остров. Давай пролетаем, посмотрим, что ты там скажешь интересненького. Ага, это, считай, пустой остров, да? Он еще и с золотом. Так, я тебя понял. Но здесь только одна нефть и все. Больше ни хера тут и нету. Тут еще пятен-то быть не может, правильно? Да. Хреново. Ну все, по крайней мере, туда уже все. Никто не поплывет. В этот залив нахрен никому не нужен. У нас есть бездельники какие-то? Я прям чувствую, что какие-то бездельники есть. Да, вот. Нет, иди
дальше вырубай пока что. Так, ну что, ребяточки, 800. Хватит нам бабла, хватит. И бабла всего хватит. Все здорово. Танчик, Вейдер, если вы еще тут. И вот вопрос назрел. По поводу книжек. По поводу книжек назрел вопрос. Кто что читал в последнее время интересненького? Потому что я ищу, что из книжек почитать. Желательно фэнтезийное что-нибудь. Есть шо? О, господи. Тут, по-моему, так же, как и в Старкрафте, да? Типа, они потом, как улучшение проходит, мобы все сразу улучшаются. То есть нет там отсталых дебилов. Вообще Джиггернаут хочу построить, но он стоит ёхарный бабай. Косарь, по-моему, да? Косарь топлива, пипец какой-то. Но он нам нужен. Это те ребята, которые будут решать вопросы у нас. Так, что еще по улучшениям? Так, это улучшение пехоты, по-моему, да? Да, и пехота, и катапульт. Хотя нет, по-моему... Да, эти же тоже щитами, по идее. А, я понял, Танчик, а какие ты смотришь фильмы, сериалы? Я тоже, в общем-то, нахожусь в поиске хороших фильмов и сериалов. Последнее, что я смотрел из хороших, реально офигенных фильмов, это «Прибытие» 2016 года. Охуительный фильм, фантастический. Вообще прям крутой. Нам нужно еще одно масляное пятно. Как ни крути. А, Вейдер рассказывает историю. Вторая часть истории. Первую часть истории слушайте или читайте в предыдущем стриме. В третьей части Fighting Weekend по Street Fighter Alpha 3. Итак, вторая часть истории от Вейдера. Запаски нет, и вот плетусь. У меня были пластиды, клейморы против пехоты техники. Решаю устроить засаду на трассе, который ведет в столицу. Ставлю пластид и жду. Жду час, жду два часа. И вот они едут. Подрываю и начинаю вести обстрел. Дальность 500 метров. Все, Урал мой. И так я доехал до артиллерии. Передал координаты. И заставка. Конец миссии. Начал в 7 утра, закончил 5 часов вечера. Пиздец. Вейдер, ты сумасшедший. Такие миссии играть долгие. Это просто кошмар. Главное, чтобы тебе понравилось, правда. Если ты кайф получил, то это хорошо. Фига себе, Танчик, ты устраивал себе марафон фильмов Стивена Кинга? И как, смотрела Кэрри? Это мой любимый. Ну, он самый первый, кстати, по-моему, был. А, это третья часть уже. Вторую как-то не это не увидели. Не-не-не, не было второй части. Не было второй части, Вейдер. Видать, ее чатик-то не пропустил каким-то образом. Возможно, она была слишком длинная. Это все разведывает, скотина. Сейчас довыебывается, да? Давайте сделаем так, чтобы он довыебывается. Ты
2000 потратить на облегченные топоры. Два охуенных джиггернаута. Я бы даже не против сейчас... Нет, подожди, стопэ, пока не поедем. Давайте все-таки каким-то образом попробуем улучшить пушки. Блять, 3000 масла, где я их возьму? Нет, придется плыть. Придется плыть, как-то отстаивать свои права на масло. Кстати, вот оно есть у нас. В принципе, достаточно недалеко. Тут слишком открытые воды, тут могут уже прийти пизды дать. Надо стоять тут караулить тогда. А там уже все, там их база уже. Извините меня. Я ж не поставлю два джиггернаута, чтобы... Мы можем пизды вломить? Ну так вот, чисто вот. Бум! Все, подлодки нет. Я говорил, куда ты-то полетел? Ебошки. Вот этих ебошки, чё они охуевшие? Нахрен, блядь, джиггернауты, ну суки, ну вы, блядь, безумные. Всё, пусть бежит нахуй. Рано, конечно, рано мы сюда залезли. Жалко будет джиггернауты потерять, потому что мы новых-то... Хотя нет, мы сможем построить новый. Давай-ка еще строй джиггернаутик. Но мы зато им сейчас порт сломаем, да? Они его там хер его знает, как они его будут устроить потом. У них, кстати, вот на острове, на этом, у них тоже нет ни хера. По сути. Вот сейчас прям даже кругаля дать. Напиздошить им. Да куда ты-то летишь? Ты вообще сиди и не рыпайся. Все, лошадь убили. Вот этот корабль тоже убейте. А, вот этого убейте. Если можно. Ой, уж казарму херачит. Джиггернаут один лег. Успеет? Не успеет. Пиздаем. Сука. Отомсти за друга. Все, уходим нахуй. Небольшую разруху, так сказать. Учинили. И встанем сюда. Должен быть еще один, да. Как раз подготовился. Аркад Гост пишет то, что ностальгия. Ностальгия для него, Warcraft 2. Хорошо, для меня тоже это очень сильная ностальгия. В школе последний раз играл. Так, а Вейдер все еще истории пишет. Господи, как много. И вот захожу я сегодня перед этим, послушал одну песню. Про нее не скажу позже. А, про нее скажу позже. Вот я появляюсь. Иду к блокпосту номер 5. Отряд СТ-80 уже не было. И я пошел в нападение. Убил троих человек и забрал АК-74У с глушителем. Недалеко был мотоцикл, у которого было мало бензина. Беру канистру с блокпоста и заливаю. Потом еду очень долго. Тут бац, мне подбили колесо. Знаю, что это снайпер в здании. И как Гарда Пантер... Пантери? Гарда Пантери? Бегу к зданию, окей. Также в него забегаю, расстреливаю все, что там было. Конец второй части. Ясно, ясно. Ясно, ясно. Так, фэнтезийного ничего не читал, все еще читаю «Огнем и мечом». Понятно. Аркад Гост, а ты не можешь ничего посоветовать отдельно? Почитать. Так, мужчины. Прошу вас вот здесь вот на браконьерство леса отправиться. У нас какой-то строитель должен быть еще, по идее. А, нет. Нету.
нет строителя никакого. Так, короче, вот ты. Потому что без топлива мы не сможем прокачать пушки. А если мы прокачаем пушки, это все, мы завладеем планетой всей. Потому что джиггернауты с улучшенными пушками, это просто пиздец. Это просто пиздец. Это бам, и все, и нет никого. Это one hit kill сразу. Леса до хера, все до хера, ресурсов до хера, замечательно. Давай, пошел. Мне кажется, здесь еще какие-то масла должны быть. Должны быть здесь масла. Сколько тут еще осталось? Ну, тут еще есть что добывать, еще нормально. Так, я хотел собрать армию уродов. Ну вот, сначала топоры. Щиты улучшаем. И хочу армию вот этих уродов сделать. Швыряющихся. Я их обожаю просто. Тролли. Вот этот снеговичок. Блин, ну... Как они додумались до этого, разработчики? Blizzard. Ну как все вот такой маленький спрайтик, а тут вот копье, молот, секира лежит. Снеговичок такой уродский, чистый, как сугроб, такой нелепый. Классно, классно. Мне нравится, как орков сделали во второй части. В первой части там вообще все слишком пиксельное. Там особо-то ни хера и не поймешь, что нарисовано. Это что? Пизделки? Где у нас пизделки? О, нормально тут. Отставить атаку. Магичи хули вы что встали-то, ёпта мать. Кого захуячили? Два зеленых мертвых чувака, это кто? Это не могут быть жердяи, это наши батраки, похоже. Нет? Даже не знаю. Ну ладно, так или иначе. Я так понял, нападать они смогут только отсюда. Больше мне откуда нападать. Могут, конечно, снизу еще прибегать, но... Не беда. Да, много жирных полегло в этой схватке сейчас. Зря регенерацию взял. Прогоняй его нахуй отсюда, конечно. Блин, а следующая стратежка на очереди... Много не мало... Старкрафт. Вот уж где я точно буду огребать по жопе. Так. Топливо у нас идет нормально, но все еще мы не можем прокачать пушки. Я так хочу. Блин, ну ладно, слушай. Не впадло. Хотя стоп. Давайте построим что-нибудь. Что у нас же на ресурсах нормально? Ты же можешь, да, вот этих ребят делать теперь. У них гирлянда висит. Ну клево, да, вот зависит от того, что вот, допустим, если зима, мало того, что снег лежит на как бы, ну, на юнитах, ну не на юнитах, на строениях. Плюс еще вот эти дополнительные штучки, типа снеговичок, гирлянды. Ну вот, блин, классно сделали игру. Умели раньше делать. Хотя сейчас, кстати, делают игры, ну, блядь, ну ничем не хуже. Бывает, конечно, попадается говно, да и раньше было тоже
не все отлично. Я все жду прокачанных пушек. Прям жду, прям пипец. 3000 масла, я готов отдать. Готов. Но оно того будет стоить прям, ну, прям на 100%. Это просто смерть всем. Ни одна их подлодка, хренотка, вообще никто ничего нам не сделать не сможет. Просто. Ты сразу наученцу. В смысле, Вейдер, по поводу чего ты пишешь? В смысле, берсеркеры могут в ближнем бою. Могут что? Ну, кстати, Аркад Гос пишет то, что для него сейчас почти все новые игры говно. А почему, Аркад? Скажи, пожалуйста. Бля, что-то жалко мне денег. Кстати, раз такая песня... Иди добывай золото. И, кстати, ты тоже. Иди добывать золото. А нет, ты пока еще одну ферму построишь, чтобы нам потом уже не заморачиваться. Да нет, берсеркеры могут в ближнем бою сражаться. А, ты имеешь в виду обычные тролли не могут? Кстати, может быть, вот это я не знаю. Не обращал внимания. Ох, так, это, конечно, заманчиво все, но пока нет. Они однообразные все. Так, я понял, Аркад Гост. То есть, ты считаешь, что они все однообразные? И... А, слизаны с легендарных, например, Overwatch, слизан с Team Fortress. Ну... Ну, получается, и паладины тогда слизаны с Overwatch, и все друг у друга слизывают. И... League of Legends слизан тогда с Доты. В первый. Но это просто жанр такой, я не знаю, это же моба. Это около новый жанр. Ты же не скажешь то, что, например, StarCraft полностью слизан с Warcraft. Хотя это один и тот же разработчик. Ну, допустим, Age of Empires там слизан, допустим. Не знаю, или казаки слизаны с Age of Empires. Опа. Это же один, как бы, ну, жанр игры. Ну, не знаю, Аркад Гост. Аркад Гост пишет то, что разрабам стало похуй на игроков, так как они делают игры на отъебись. Ну, какие игры на отъебись? Это самое, это... То, какие игры на это имя-то делает. По-моему, все не так уж плохо. Из всего последнего, что я видел... Ну, как бы... Есть игры реально хорошие. Тот же самый Horizon неплохой. Может быть, действительно, Mass Effect Andromeda сделали на это ебись, не знаю, как говорят. Хотя я вообще... не ознакомливался. Ведьмака третьего разве плохо сделали? Говорят, вообще отличная штука. Слушайте, нас отпиздят сейчас. Помогите, катапульты. Катапульты сейчас сломают. У нас беда.
есть, конечно, один трюк. А нет, я его не успею провернуть. Ну, шмальни в него разочек. Круто. Сейчас наших рабов перебьет всех. Жирный, быстро. Нет! Только не рабов! Урод ебучий! Пизда вам, суки! Все, блять, вы меня разозлили нахуй. Так, работать нахуй. Ты работать, ты тоже работать. Ну все, суки. Ну, суки. Хорошо. Зажигаем, блять, ребята. Пиздиться хотите? Окей. Нахуя я это качаю? Ну ладно, похер, пусть будет. Леса, благо, у нас достаточно пока что. Этот выбрал, конечно, где лес вырубать. Ну ладно. Done building ship. Так. We're ready, master. I'm not ready. Yes, captain. Значит, пиздошцы хотите, да? Пиздошцы хотите. Хорошо. Это можно. Сейчас нам нефти еще привезут. Я еще один джиггернаутик сделаю. И с четырьмя штучками мы вас всех просто выебем вот здесь вот по территории вокруг. Work complete. Какой work complete? What? All right. А, улучшение. С броней было бы тоже лучше, поэтому мы ее делаем, естественно, сразу же. Так, еще нефти. Нефти 50 рублей, и все. И все, что я прошу. И тогда вот этот ублюдок, блядь, еще один появится. И, сука. Один, правда, пострадавший у нас сильно, но ничего, он сойдет. Итак, Вейдер пишет: кстати, у меня на прошлой неделе был нехилый рейдж. Почему? Я ожидал Medieval Total War 3, а они показывают мне Total War Warhammer 2. Вот оно что. Понятно, разочаровали тебя твои ребята. Год даже не прошел с релиза Warhammer Total War, а они делают вторую часть. Ну, посмотрим, что еще на E3 скажут. Может, там анонсируют. Я вот думаю, кто тронулся умом? Creative Assembly или же Sega? Я думаю, то, что креативы. И Sega не может тронуться умом. Там слишком умные умы. Work complete. А, на это даже не надо этого? Окей, еще лучше, еще лучше. Блин, моих... Берсеркеров поколбасили, прям обидно. Я так в них вкладывался. Например, Мафия 3. Вместо оптимизации они добавили костюмы. Кстати, согласен, Мафия 3, все говорят, очень неудачная получилась. А я вот бы поиграл в третью Мафию. Причем я не играл ни в первую, ни во вторую. Ну вот, мне сама вот эта эпоха, на самом деле, после Вьетнамской войны, она мне очень нравится у америкосов, вот эти вот ранние 60-е. И не ранние 60-е, а вообще 60-е. Почему ранние? Не ранние, не ранние. Так что, ну, Мафия, да, промашка, по сути. Yes.
Все, полностью броня у джиггернаутов прокачана. Пушки полностью прокачаны. Сейчас пойдем ебошить океан. Сотрясать. Надеюсь, все пройдет удачно. Но давайте на всякий случай еще один джиггернаутик сделаем, чтобы совсем все хорошо было. Yes, master. Так, а здесь я пятен-то никаких не нашел. У меня ж тут летал разведчик. Нашел пятно. Причем далековато, конечно. И там вражеские корабли. Но я думаю, мы с этим сейчас разберемся. А, кстати, обычный корабль сколько стоит построить? Нельзя посмотреть, да? Ну ладно. Привет, Гликоник, привет, привет, рад тебя видеть. Пересматривал стритфайтеры. Спалось? Да нормально. Делишки хорошо. Вот эта вот каша из вот этих вот уродов уничтожит просто все. Они медленные, это да, это я не спорю. 700 рублей, да, стоит? Ничего себе. Врагу удовольствие. Ну, 700 нефти, точнее, не рублей. Ну сейчас пойдем пизды дадим им, в конце концов. Ты пока тут это... Летай, да не выебывайся. Да, вот тут вот эти ребята очень серьезно настроены. Смотрите, смотрите. Смотрите, что сейчас будет. Смотрите. Ну это был раненый, это был раненый. Уничтожать будем, нет? Чё встали-то? Нихера себе они ебошат! Пиздец вообще! Безумцы! Ну убейте этого эльфа сраного, нет? Не-не-не, уходим. Я погорячился, ребята, погорячился. Мне кажется, ты пизды получишь, эльф, и ты тоже. Уходим защищать вот этих уродов. Тут какие-то ебанёшься членоеды какие-то. Блин, вот эти штуки. Что это такое? Что это за одище, блядь? Почему они бессмертные? Я не понимаю этого. Что происходит? Нам пизда, ребят. Ну как ни крути, ну вы посмотрите. Я просто не знаю, что вот это за сияние на них. Их либо кто-то хилит, либо я не знаю, что происходит. Потому что, ну я скорее всего сливаю эту катку, потому что у меня нечем. Нечем их бить. Сейчас они этих перебьют всех. 4 ебаных лошади, блять, нас перехуярят. Ну здорово. Yes? Okay. All right. We're ready, master. All right. Вот это что? Что это за сияние сраное? Сука, 4 сраных всадника наших просто нагибают как хотят. Ну быстрее, чё так медленно строится всё? И мы 4 в 4 мы не вынесем, потому что тут вот это вот какая-то прылилинь. Вот это вот что это такое, я не знаю. Джиггернауты прикроют, конечно, тут я не спорю. Master, all right. I'm 80. Ну чё, идите сюда, ёпта мать. Попиздимся.
Вот это что такое, блядь? Иди, иди, защищай, сейчас начнется, нахуй. Ебошил. Иди, помогай, срочно! Откуда, откуда у них ресурсы? Откуда? Это ж пиздец. Это пиздец. Yes, captain. Ладно. Окей. I would love to. Я вас понял, ребята. Надо отвоевывать нам, короче говоря, океан. Каким-то образом невероятным, неимоверным. We're ready, master. I'm not ready, master. Okay. Жопа, жопа. Ну, по крайней мере, перебили тех, кто вырубал лес. С лесом как бы порядок. Золото, главное, прибывает. Главное, чтобы было за что покупать и строить всяких уродов. Ready to work, huh? Zug-zug, zug-zug. Dabu. Zug-zug. Building ship. Glokta. Dabu. Glokta. Yes, master. Yes, master. Да, неприятно, неприятно, конечно. Прям пипец, как неприятно все это получилось. И к базиках подошли, они как нас на пи-пи-пи-пи. Я думаю, ничего себе, ребята. Да, неплохо, неплохо. Да, 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 ничего себе, Вейдер, такая бойня началась. Всех перерезали моих. Полегло много, но пока еще живем, пока живем. Может, и нам стоит высадиться к ним? И вообще, может быть, стоит попрокачивать что-нибудь, да? Типа вот этого, да, то есть, чтобы как бы это. Расколбас уже был такой серьезный против них. What? Yes, master. Кстати, так в мастерскую не... А, в мастерской просто можно дирижабли делать. Больше там ничего прокачать нельзя. По прокачке осталось только, получается, вот эта штука. Ну ладно. Окей, окей, я чуть подсобрался. Эти потрепанные ребятки. Пойдем в моря. В моря пойдем. Приезжайте, девушки, на моря. На моря, на моря, на моря. Work complete. We're ready, master. Ой, не люблю получать по жопе в играх. Но в любом случае, это финальный стрим по Варкрафту. И все зависит, как бы, ну, от нас. Выйдем ли мы победителями или... проигравшими в этом стриме, в эту каточку. Где пятно-то было? А вот оно. Нет, ты, пожалуйста, давай обратно, ты вот с ребятами дружи. Вот, блин, тяжело вот этот вот макроконтроль делать. Тем более для меня, кто с стратегиями вообще очень.
I would love to. You're the captain. Ahoy. Очень неблизок. I would love to. Я видел тебя, ты в углу там стоял еще один ублюдок. Ahoy. Может, и катапульты тоже не стоит как бы пренебрегать. Смотрите, как выстроились ребятки. Вейдер, успокойся. Со щитом или на щите. Собираем все наши силы и в атаку проиграем, значит, судьба так сказала. Подожди, нет, чувак. В стратегии так не играют, и ты сам прекрасно знаешь это. Ты в стратегии играешь гораздо лучше меня и чаще, и больше. Что значит собираем все силы и пошли? Нет, мы сейчас соберем не остатки, а мы нормально собрать должны. Давайте, давайте, ребят, чё, подраться хотите с вашими писюнами? Где? Нихуя себе! Эльфы! И не только эльфы, и этот ублюдок. Забьем, забьем одного. Готовы, все, эльфов па-па-пам, сожрем, прям сожрем. Да бейте, что вы распределяетесь прямо на одного, все пам-пам, летели, этих всех перетрахали. У нас прям вот этот осаждают прям вот это место, прям любят это делать. Послушай, братан, поставь-ка вышечку здесь, пожалуйста, а? Вот так вот просто на всякий пожарный. Would you want me to? All right. Okay. I'm ahoy. Ahoy. Так. Здесь могут быть вражеские подводные лодки. Yes, captain. Лодку, лодку, лодку мочите. Не, ну джиггернаутов, ох. Вот этого расхуярьте. Лодку, лодку сначала. Теперь вот этого. Это, сучка, джиггернауты. Один, конечно, пострадавший. Это да. Давайте тут хуем вот эту вот ерундовину, блядь. Хуярим, хуярим. Вот этот фрегат ихний, он ничего не сможет сделать против джиггернаутов. Вообще беспонтовый. А вот это назад. С баллистами не связываемся мы ни хрена. В прошлый раз они нам очень серьезно хуячили. Ты знаешь, давай обратненько мы поедем.
по добру, по мать его здорову. А, это летающий, я думаю, что там за корабль на карте. Там еще какая-то постройка есть. Что-то я не... А, да, смотри-ка, и правда. Так, значит, чтобы к нам сюда нахер никто не приплывал, выстраиваем. Yes, так, Джиггернаут, стоять здесь. Ну или хочешь патрулируй, вот отсюда, да, до сюда. Так. И здесь надо держать оборону. Yes, получается, ты патрулируй сюда. Ты вставай здесь, ты патрулируй и вот сюда. Да-да-да, я знаю, Вейдер, тут должны быть транспортники, они тут есть. Лес нужен. Ёксель-моксель. Придется рубить. Причем таскать-то его далековато придется. Тут вон мужчины тоже все повыносили, поломали. Зато 13 тысяч голды. Так, надо быстро нарубить леса, прям быстро. Вот здесь. Все это отнести, и здесь лесопилочку соорудить. И еще и продолжать вырубать лес. Его здесь маловато. Хотя нет, нормально, хватит. С транспортниками, конечно, беда. В том плане, что мы их сюда никуда не высадим. Тут у них баллистами все охраняется. Вот это у них прям крепость здесь, это пиздец какой-то. Это ее так просто не возьмешь. Ай-яй. Чуками. Окей. Alright. Окей. При последней атаке нужно использовать не только флот, но еще и армию. Ну, это, конечно, да, но чтобы флот хоть куда-то высадить, нужно... В смысле, армию куда-то высадить, нужно флотом зачистить хотя бы побережье какое-то. А это очень тяжело. Что-то как-то у них там баллисты так херачат жестко, что просто пипец. Но самое главное, что мы вот оборонительную тему взяли, и мы нормально отбились, я считаю. То есть они очень неплохо пострадали. Плюс мы еще чуть-чуть подамажили их здание, что они, по крайней мере, сделать не смогли. Они нам смогли сломать только лесопилку одну сраную и алхимическую лабораторию. Все пиздец. А мы им порт расхерачили, мы им корабли сейчас похерачили. Башни мы им тут сломали. Ну, они, может быть, их, конечно, сейчас вернут обратно. Подлодных лодок сколько мы им затопили, к чертовой матери. Фрегатов сколько их положили. Все нормально у нас, все с кайфом. Еще можем вытащить, я надеюсь.
Поэтому нужен флот. Нужен флот. Сколько в пачку помещается? Получается, по-моему, да. Ясно, аж 9 человек. Значит, нам нужно... К примеру, 3 джиггернаута и 6 обычных рядовых корабликов. И вот с этим флотом можно попробовать осадить, ну не остров, но по крайней мере вокруг его подамажить нормально. Аркадгос, да, это мои огры. Я их воспитал. Цепелин сейчас собьет к чертовой матери, Вейдер, если я его сейчас его отправлю. Он у меня один-единственный, и он уже подамаженный. Хотя нет, смотрите, еще что-то это самое живое. Самое главное, что они тут по новой не строят больше ничего. Ресурсов. Откуда им брать ресурсы на этом островке? Это просто крепость. Они ресурсы берут в другом месте. Получается, надо разъебать место, где они берут ресурсы. Вот это место. Которое охраняется очень-очень-очень слабо. В принципе, это идея. В принципе, я согласен с Вейдером. Флот этим заняться может легко, но я не хочу базу оставлять вообще без это самое. Без малейшей защиты. Эти, конечно, сейчас наберут. Могу отправить даже погрузчик, по сути, без сопровождения хотя бы 2-3 джиггернаутов на всякий пожарный. Вот, да-да-да, Вейдер, все правильно. Тогда нужно уничтожить место, где они берут ресурсы. Потом осадим крепость. Да, абсолютно верно. Так и поступим. Погрузчик в себя может вместить, по-моему, 6 не больше. Would you want me to? All right. Let's test. Arg? Да. I would love to. John Dax? I would love to. Народу у нас, конечно, вообще не густо. Огров побольше надо. Огров побольше. What? Чё, пиздилки? All right. А, это этого прогоняют. Так, лучше на всякий пожарный. Не знаю, зачем трачу ресурс на эту башню, но хер с ним. Okay. Right. А чё ты встал, чё ты планируешь? Патрулируй быстро. Ahoy. Yes, yes, master. Yes. Ферма нужна. All right. Скоро, точнее, понадобится. Ну ладно. Начинаем потихонечку.
Не, простых воинов покрошут быстро очень там. У них, может быть, там особо народу нету. Но я бы не стал туда обычных воинов заправлять. Ограми там будет быстрее все зачищено. Блин, еще погрузочник можем скатить. Пизда ему. Еще один заход, и он все, он офнится. Лес скоро подойдет к концу. Еще один погрузочник нужен, как ни крути. И мы тогда отправим, получается, 12 чуваков. Я думаю, это будет 6 огров и 6 троллей. Самых отборных. Оставим, конечно, беззащитную крепость, по сути. Чего не хватает? А, фермы. Все понял. Дерево-то есть еще? Дерево есть. Я думаю, они золото будут таскать. Нет, они потащили его туда. Ёб твою мать. Ну ладно. В принципе, я думаю, там армия, она выживет из 12 человек. Блин, еще бы катапульт туда было бы здорово засунуть. Хотя бы парочку. Да, давайте парочку катапульт еще туда. Яхни. Тем более, что они не требуют места. С катапультами поедут тролли. Чисто по зданиям отрабатывать. Так, еще один джиггернаут сопровождения. И еще один маленький сопровождение. Чувачок. На всякий пожарный, не знаю зачем, пусть будет. Ребята будут долго так таскать золото. Оно у нас на исходе. Оно нам нужно. Зато нефти теперь жопой живы. Лес к концу подходит. Тоже хрень. Пизду, я делаю еще один джиггернаут. Чисто для собственной безопасности. Посмотрим, чем это все закончится. Your command, master. All right. Master, all right. Arg, I would love to. Would you want me to? А чё ты не строишь-то? Всё, корабли сопровождения, разведчик на случай подводных лодок. Предлагаю вот эти три корабля пока что. Ты пока подожди. Yes, captain.
попробовать отправить вот сюда. You're the captain. Ahoy. Потому что есть варик, что мы отсюда будем заплывать. Ahoy. Так сказать, подальше от подводных лодок, от этого всего дерьма. Так, быстрее, катапульт, быстрее. Так, здесь yes, инвалиды, okay. Вот это плохо, конечно, что инвалиды. Окей. Alright, yes, master. Если нас вдруг нападут, мы вообще, нам пиздец точно. Поэтому сейчас нельзя сложать. Корабли, конечно, заметят, патрулирующие. Может, даже и пизды вломят, кстати говоря. Но лучше быть уверенным, что еще и на суше кто-то есть, кто прикроет. Your command, master. Yes, captain? Да, все, тебе сюда. Арк? I would love to. Ahoy! I would love to. Ahoy! Ох ты, у них нефть кончилась. Arc, I would love to. Ahoy! Это роскошные новости. А у нас ее еще, да? У я. Ahoy! We're being attacked! Я так и знал, что здесь кто-то будет. Другому не бывает. Ahoy! Ahoy! Но здесь уже никого. Все, тогда стоим на месте. Давайте, у вас должно быть по скорости получше. На пути у вас вряд ли кто-то уже будет. I would love to. You're the captain. I would love to. I'm 18. I would love to. Так, и пока чекай берег, может там на берегу кто есть. Надо его зачистить будет тогда, прежде чем высадку делать. Ну что-то пока никого не видно. I would love to. Однакось. Ну-ка сюда. Все, застынь здесь. Yes, captain. Ahoy. Ну, you're давайте, the ребята. You're the captain. Ahoy. Так ты вообще на базу съебывай. I would love to. Arg. Ahoy. You're the captain. А ты вот на базу пока не съебывай. Ты куда-нибудь сюда. Так, катапульты. Master, all right. Yes. Катапульты пока на месте. Would you wanna kill you, the boss? Ты сюда. Параллельно берегу пойдут эти ребята. Я думаю. Начнут так потихонечку. Потихонечку начнут вот так вот хуячить это дело. Нет, 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 никаких зданий, никаких зданий. Сразу на людей нападают. Эльфа нахер, вот это вот нахер. Куда он побежал? Ну вы там это, разберитесь уже. Стоп. Баллисту валить срочно. Ну, блин, чё, пройти не можете? Гоу! Я сказал баллисту валить. Чё вы делаете? Ёптую налево. Вы бесите меня, ребята. Всё, эльфу валите. Готов. Ух ты, ёб твою мать, как проглядели этого урода.
Красавец, дрочь, молодец. Хуячил. Тут еще один филонец стоит. Ребят, вот с этим попробуйте разобраться. Легко, смотрите. Да, ты тоже не вот это херачу. Фиговину. Ты не херачу, как и фиговину. А вы, церковь! Смотрите, они даже до этих достреливают, по сути. У них тут гавань целая, у них тут нормально вообще. Пространство. Есть еще воины какие-нибудь у них? Нет, это все был лес. Все. Дарики на воздушном шарике. Ну, катапульты могут потихоньку уничтожать фермы. Да, мы с этой стороны начнем. Не, наверное, давайте вот это здание. Хотя нет, держим ферму. Так, вылазка пока удалась. Но вот как мы будем башню брать, я вообще не знаю. Yes, captain. You're the captain. You're the captain. Yes, captain. All right. Ну да, наших нормально полегло, к сожалению. Я рассчитывал на меньшие потери, но хрен с ним. По сути. Да ну чё вы мучаетесь-то? Ну ладно, поставь уже вот эту вот херню сюда куда-нибудь. Еще боевые мощи сделаем, а то мало ли шо. Колбасе, у них тут ферм вообще нету. Вот в этом бастионе. То есть получается, всех, кого мы теперь убьем, они теперь, ну, не смогут как бы сделать. Так, у нас что имеется? У нас имеется еще джиггернаут 1, еще джиггернаут 2, еще джиггернаут 3, и здесь еще 3, 6 джиггернаутов. Охуячили, блин. Да, Сид, наверное, они уж не добьют, да? Yes, captain. Пока не пойдем расколбасывать, сначала займемся фермами.
где кто атакует, я не вижу. А, понятно. Только успел в круге заметить. Так, беда у нас с лесом, конечно. Чувак, давай тоже на лес отправляйся. Давай даже еще одного сделаем. Yes, master. Единственное, раздражает то, что медленные катапульты очень, они прям вообще еле-еле. Мы уже один дом сломали, они только едут к первому. Кому-то придется остаться. Наверное, все-таки катапульте. Yes, captain. Хотя... Ладно. Ну чё, немножечко и ебасочинку-то побьём, чуть-чуть. You're the captain, we're being attacked! Arg, ahoy! You're the captain, ahoy! You're the captain! Так вот, чисто для профилактики. You're the captain, ahoy! Я не думаю, что здесь какие-то ещё корабли где-то скрываются. You're the captain, может быть. Ahoy! You're the captain! Ahoy! Нам нужны еще джиггернауты. Но они, конечно, жрут дерево, пипец. Хотя не, нормально, тут по 500. Сойдет, сойдет. Че филонишь? Иди работай. А, это же новенький, он еще не в курсе, че как. Окей. Ай, мэйти. Вот интересно, направлять джиггернаутов сразу всех, чтобы они прям... Или они так запутаются и пиздец всем придет. Yes, ты какой нормальный, о, ты вообще больной. Продолжай патрулировать. От сих до сих. Arg.
Так, а вы? Вы вроде свежие должны быть более-менее. Хотя нет, ты красненький. Нет, ты на войну поедешь. Что ты, конечно, извини. Ты тоже на войну поедешь. Так, собираемся, да, вот в той точке. You're the captain. Done building ship, ahoy! You're the captain. I would love to. И попробуем расхерачить их порт для начала. You're the captain. Вот этот, который выступает синенький. Ahoy. Да ну нахрен! Ну одного я взял, а вторые они бесполезны, и там сразу сдохнут. Пусть лучше будут. Арк? Ahoy. А где вы есть-то? Стоп, вот это троица. А, вот еще троица. И третий. Ну вот это еще что-то, уже что-то похожее на околофлот из шести кораблей. Надо еще бы парочку, и вообще все будет здорово. Но я боюсь, они настолько громоздкие, что они могут запутаться и пиздец. Мы очень много ресурсов просто просрем. С одной стороны. С другой стороны, у нас еще здесь есть и лес, и золото, и что угодно. Поэтому гулять так гулять нахер. Еще два джиггернаута и понеслась. Чтобы нахер камня на камне не оставить по возможности. И потом. По сути уже не нужен этот. Вот этот чувак мне по сути уже не нужен. Потому что подлодных лодок здесь не будет. Они их уже строить не могут. А все остальные мы уже убили. Короче, никакой угрозы с воды уже быть не может. Казарму офнем тоже. Done building ship. Hi, matey. I would love to. Какая-то кошмарная здоровая каша. И еще. Это пипец. Это жесть. И вот этих уродов, потому что надо же высаживать кого-то будет еще. Эти-то, понятно, они инвалиды. Ты пойдешь на войну. Этот, я так понял, уже все, да? Свою отплавал. Больше нефти нет. Ну, я думаю, 14к нам за глаза на 14 джиггернаут, может быть. Буду высаживать вейдер, конечно. А как же? Надо зачистить и потом высадку уже башню брать. Данчик, спокойной ночи. Спокойной ночи, до завтра. I would love to. Все. Я думаю, этого хватит. Разведуй нам тут по маслу что-нибудь на всякий пожар. Чтоб не убили наш кораблик. Есть, смотрите. Охраняется, не охраняется. Не охраняется, пидорас. Вот так, вот не все так просто. Можно, конечно, приехать ему шмалять вот этими ребятами. Да и честно, танчик Ромашка Столс тоже устал. Но эти эльфы прибежали сразу такие, типа, мы сейчас вас будем ебать, не будете. I would love to. Ahoy! We're being attacked!
пожалуйста. Ну вот этих атакуйте. Неужели вы не дострелите до них? Да это я не могу поверить в это просто. Ну просто не могу поверить в это. Что они не могут дострелять. Эти могут, а эти не могут. Это какая-то вообще просто херня какая-то. Ладно, занимаемся зачисткой. Сейчас я вовнутрь зайду, мы там выебемся. Вот отсюда, да, и все. Ну не надо тут стоять. Ну вот что за тупизм? Я так и думал, что вот когда вот их дохера, этих джиггернаутов, они, во-первых, очень много клеток на карте занимают, и они сразу начинают тупить и выстраиваются в рядок специально, чтобы их всех выебать. Этого нельзя допустить. Так, нам нужно 3 джиггернаута, все, максимум. Остальные в запасе. Вот вы втроем башню мочите. Вот это мне. Втроем. По возможности, если дострелите. Они не могут, да? Ну не могут. Вот это могут. Бум, нахуй. Уходим, уходим, уходим. Я немедленно и не могу, нервы прям. Давай другим сюда. Да ладно, такая музыка в Хардстоуне есть. Я просто не знал. Башню, башню, башню. Башню, блять, чё вы стоите? Вот прям не могу иногда. Пока, кстати, никто не идет нас убивать. Yes, сейчас приду. Мочи, достанете. Все. Yes, отлично, отлично, отлично. Добивайте сюда. Приходится микроконтролить чуть-чуть. Если это можно, конечно, микроконтролем назвать. По поводу чего повезло? Аркад Гост. У них еще одна казарма есть, даже не одна, а две. Вот у них вот этот любовный камень сраный их лечит каким-то образом. Так, ну-ка, ребяточки, давайте тоже на помощь. Вас, конечно, скорее всего, положат. А ты его О, народу-то собралось. Ну куда вот вы побежали? Ну вот вы чё, вы ебаны совсем? Скажите мне, пожалуйста, вот это, что это такое? Что это за... Ой, бля, понятно. Они пиздят камень? Зачем? Чё за прикол? Пойдем остановим их, наверное. Я не знаю. Инвалидами, блин, пошли.
Это наш камень, но почему-то они... Ну, точнее, как бы, это вроде не наш камень, точнее. Мы их, кстати, не убьем. При всем уважении, друзья. Ну, высаживай, ты стоишь. Пизди, пизди вот этого одного. Напиздили. Напиздили, молодцы. Вот этого тоже. Пиздите, 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 пиздите. Всех пиздите. Пиздите всех. Все на одного, все на одного. Все правильно, так, так и работает. Плохо дело. Совсем плохо. Ahoy! Где корабль-то погрузочный? Иди сюда. Master, all right. Не успеем. Yes, captain. I would love to. You're the captain. I would love to. I would love to. Там осталось-то три коллеги, блядь. Садимся, садимся. Эй, эй, ребяточки, ребяточки, садимся. Я не знаю, справимся мы или нет. Но мы попробуем. Кто у них? Рыцарь, два ублюдка, легко. На выход! Серьезно? Бить, бить ублюдка. Рыцарь, рыцарь, валим. Пам-пам-пам-пам-пам, рыцарь, па-па-па-па-па-па-па-па-па. Готов, ублюдка. Пиздос. Yes, master. All right. Ну и что? Master? Yes, captain. И чего? И... All right. Ладно, допустим. Но вроде как по идее... Вроде как, по идее, мы должны сейчас выиграть. Какими-то непонятными вообще усилиями, какой-то непонятной тактикой. Но вроде как получилось. Кстати, насчет нежити я вот не помню, есть она тут или нет. Каткос спрашивает. Ну тут были какие-то, по-моему, билеты в первой части были всадники на волках, но это не нежить. Драконы здесь, по-моему, должны быть. По-моему, даже в следующей миссии. Драконы, грифоны, что-то такое. Но я уж до этого не дойду. В том плане, что, ну, я уже вряд ли буду больше стримить Warcraft 2. Но хоть закончим с победой. Сегодня. Там вон несколько гопничков было, насколько я помню. Надо с ними тоже побеседовать. Master? Yes, master.
еще там? Все, всех собрали. Э, точно? You're the captain. Помогите уж, что ж делать? Yes, master. I'm 80. I would love to. Ahoy! I would love to. Yes? Yes, master. Только по своим не бей. Не знаю, зачем я это делаю. Какого хрена? Слушайте, честно признаться, я уже на какой-то момент в этой каточке отчаялся и подумал... Ну, не то, что отчаялся, а подумал то, что нет, не сдюжу я, не сдюжу. А получилось в итоге-то. В итоге-то получилось. Прикольно, круто. Never give up. Все будет хорошо. В принципе, мне это и Street Fighter вчера показал. О, даже вообще, даже. Ну, давайте, конечно, сохраним это все дело. Они нас по дереву, конечно, взъебали. Да и, в общем-то, по нефти. Но мы больше убили. Или, точнее, они нас больше убили. Не знаю. Короче, неважно. Поехали. Победа! Ура! Гул'дан has been able to warp the power it contains to mutate an entire legion of his loyal and ruthless ogres into wielders of arcane magics. Along with this transformation, these ogre magi have been granted deadly magics and a malicious cunning rivaling that of Gul'dan himself. You are to employ the ogre magi in the creation and defense of a fortress at the mouth of Tears Bay, cutting off the human supply lines into Quel'Thalas. Галихоник, ну не знаю, насчет с такими успехами Ромка может начать в Дюну 2 битву за Аракис играть. Начать играть? Нет. Не в Дюну 2000, нет. Я же говорю, я по стратегиям плохо. Я говорю, еще одна стратегия — это StarCraft 1. Все, после первого StarCraft. Возможно, не факт, но возможно. Еще будут герои третьи. Но это не стратегия, правда, но пошаговая стратегия. Вот. И все, на этом стратегии вряд ли потом еще появится у меня как-то на стримах. Поэтому как-то так. Age of Empires был, но вот он тоже все слился. Ладно, Глюконик, тебе тоже спасибо, что пришел. Спатеньки. Нужно, в общем-то, и всем. Да я тоже сейчас стримчик заканчиваю, но насчет спатеньки не знаю, потому что, может быть, еще в Counter-Strike поиграю. Или же в Smite посмотрим. Есть у нас разведданные какие-нибудь? Нету? Разведкорабли. Не, какие King's Bounty? Не. Ни в коем случае. Это все очень хорошие стратегии, это все очень хорошие игры, но... Стратегии — это просто не мое. Не мое.